на улице города. Блок новостей, и с вами я, Джессика Адамс. Сегодня особый день для правосудия. Убийце и международному преступнику Чарльзу Джерика должен быть вынесен приговор. Арест произвел офицер полиции, чье имя пока не называется. Он же собрал доказательства причастности Джерика к 17 убийствам, контрабанде и торговле наркотиками. Сегодня праздник. Федералы выгуливают меня по всему городу. Так, решено? Решено все, кроме цены. Я даю 20. Руфус, это не смешно. 25. Я тебе потом напишу, чем пахнет воздух свободы. Я хочу 30. Тебе тут еще 30 лет сидеть. Всего-то 30 миллионов. Выбор-то простой. Идет. Что, мистер безымянный полицейский, ты попал в новости. Поздравляю. Так, может, хватит на сегодня? Ну что же, что скажешь? Джерика стрелял мне в спину. Многих наших положил. Это мое дело. Тебе надо расслабиться, приятель. Ты же слышал, сегодня Джерика посадят. И все, ты можешь гордиться. Приветствую всех зрителей канала. Куда мы едем? Эстакада на 13-й. Место не хуже прочих. И у нас с вами ты новая игрушка. Посадят, тебе понадобится новый смысл жизни. Бейсбол, филателия. Джонс, хватит. Нет, правда, ты когда в последний раз в кино был? А с девушкой когда встречался? Слушай, Джонс, я понял, что ты хочешь сказать, но давай отложим. Хорошо. Ладно, напарник, можешь дальше играть в героя. Но когда Джерика окажется в камере, мы с тобой оторвемся. Идет? Я так чувствую, они не заткнутся. Итак, у нас с вами новая игрушка, Драйвер Сан-Франциско. Ну, относительно новая, хотя как бы уже старая. Но на канале она у нас впервые. Взамен Vice City 2. Там пока подождем обновления. Вертолета и видим, как конвой выезжает в город. Полиция оцепила все улицы по пути следования машины в здание суда. Мы вернемся в прямой эфир через 5 минут. Оставайся на месте. Пошли по пиву. Ха-ха. Я угощаю. Черт возьми!
едем на помощь ребятам, попавшим под обстрел с треклятого вертолета. Фургон 3-0, прием! Нужна срочная эвакуация! Быстро, быстро! Никаких опознавательных знаков на борту машины. Помимо того, что это полиция. Данную игрушку я взял из-за... Ух ты ж, бля. Ух ты ж, бля. Сейчас. Окей, окей. Пойдите. Отлично. Пускай будет так. Тут эта речь даже меня уже достала. А в общем, игрушку решил достать из... кладовочки, из-за того, что сейчас как раз проходим игрушку с Вином Дизелем, где тоже не совсем стандартная возможность менять транспортные средства там на ходу, и здесь в принципе тоже на ходу. Ох ты ж, бля. Но здесь есть своя такая мини-изюминка, хотя и эта игрушка в свое время соревновалась с Rockstar серии GTA Grand Theft Auto. Если рассматривать в этом ключе, то, наверное, все-таки Rockstar одержали победу. Если же рассматривать как отдельный игровой проект, то эта игрушка вполне себе доставляет. Тоже неплохо получилось. Ну, его не смутило то, что там все не тронуто. А теперь их совсем не слышно, да? Так. Сейчас, секундочку. Судя по всему, у нас... Хрен с ним, пускай будет 30. Эта серия будет состоять из заставочек и настроек. О! Как там назад смотреть? А что смысл смотреть назад, если здесь как бы без вариантов? Ну и, в общем-то, здесь у нас завязочка сюжета основная. Опа.
Так, к управлению все же стоит привыкнуть немножечко. Так, куда вы здесь? Куда здесь? Выходить из машины мы не можем. В отличие от иных подобных игр. С одной стороны, с другой стороны мы можем выбрать абсолютно любое транспортное средство, которое... Так, есть мини-карта, да? Которую мы увидим, которую мы захотим, можем выбрать абсолютно любое транспортное средство. Плюс миссии дают нам тут, особенно есть тут два дурачка, студентика, которые постоянно участвуют в гонках, которые дают нам возможность по-честному проходить гонки, или же увидим как. Я обычно использую второй способ, проходя эту игру до этого. Да, там осколками через стекло прошило. Итого в итоге должны сами себя довести. В целом, иногда эти диалоги интересно слушать. Давай, наверное, не как-то сюда. По задаче. Так, держим, осторожненько. К сожалению, здесь у нас отдохренище. Успею не? До хренища транспортных средств на дороге. Попробуй что? Чем еще разок надо проехать? Здесь очень сложно судить в данный момент времени насчет того, не догадывается ли напарник, когда знаешь весь смысл игры. Но чтобы не раскрывать его прежде времени, соответственно... Ёбаный. Я же машину не должен так заносить.
Сейчас фокусы начнет показывать. Вот и способ перемещения между транспортными средствами. Не, подожди, я хочу насладиться этой точкой. Тем более здесь нет никого из пассажиров, поэтому можно насладиться тишиной. Без всяких там партнеров по скорой, коллег по полицейской машине под прикрытием. По кругу прокатимся. Насчет повреждений, ну, как бы немножечко лучше, чем в некоторых играх, например, в том же «Уличном гонщике». Хотя «Уличный гонщик» гораздо раньше этой игры вышел. Но повреждения вроде бы есть. О боже, глазам не верю. Вселитесь в водителя машины. Так, а это что? В правом нижнем углу у нас есть транспортное средство, на которое мы наводимся. Так же, как его характеристики. Засаживай. Дышать глубже, все спокойно. Ничего страшного. Так, а где наша основная машина? Как насчет поменять вид? Тоже нельзя, да? А, нет, можно. Ну, блин. Как-то прям издалека нельзя. То есть то, что мы вот видим перед собой, только это у нас и есть. Блин, эта машинка повеселее моей. Ладно, выберу другую тачку. Так. Я должен это сделать. Нельзя же вечно. Здесь мы выбрали. О, давай. Даже этот. Может, стоит взять тачку с пассажиром и пообщаться. У нас крузер. И что, они сейчас все будут с пассажирами? Ага, это сюда нам нельзя. Здесь у нас пассажиры. А нам они сейчас не интересны. А что такси-то? Нам что-то нормально. Понятно, нам нужно только в такси, да? Погнали. Ах ты, сучка, вези меня, мразь. И чё, и зачем нам в машину такси надо было, чтобы послушать оскорбления? Это чё? Помогите жителям Сан-Франциско. Давайте. Жаль машинку. Так, а мы же уже обогнали. Плюс 2 очка. Отлично. Так, там у нас машин нету. Ой. Ну, если что, можно скинуть на продавца. Да, залог внесем, но попозже. Кстати, в Burnout Paradise у нас было такое. Очень хорошо.
помню, только там проезды в притирку были. Нет, стойте, я кое-что увидел. Ну, здесь прыжочки даже лучше, чем в Rivals реализованы. Причем здесь управление что-то между GTA 4 и GTA 5. То есть машины все так же сложно управляются, несмотря на то, что это аркада, все-таки в каких-то моментах есть проявление какого-то реализма. Что машину затаскивает, где-то ей не хватает мощности, где-то наоборот. А чё? Чё страховка-то? Она ж цела. А в салон ты сам ее вернешь. Так, куда? Еще можно проехать. Здесь где-то нужно прыгнуть, да? Вы же там вниз поедете, отлично. Трюки. А, все что ли? Я думал там развернуться и высоту запрыгнуть. Давайте вернемся в офис и обсудим условия рассрочки. Наверное, звёрт условно. Спасибо. Судя по следующему маркеру, мне сейчас там придется кататься по этой. По этому мини-серпантинчику. За время. Блин, ну как бы после предыдущих игр на канале, которые не относятся к гонкам, такое управление даже радует. Так, осторожно. А чё, мне? А, не, я думал только этот. Сука. Только эти повороты нужно было за время пройти. Оказывается, хер там. Ну, попробуем. Во, что тебя так подбрасывает-то? Поворачиваем. Пока что у нас завязочка. Здесь как бы не особо весело и интересно. Но я думаю, в следующих сериях, когда уже перейдем непосредственно к сюжету, когда уже закончатся вот эти все моменты, типа, а, ты видишь эти плакаты? Что не так? О, Джерика и прочая херня будет уже поинтереснее. Финишная прямая, 15 секунд. Ебать, вот это там чуть-чуть. Сейчас бы мы повторно в кому. Сейчас я же оттуда вылез из этого старичка, а он сейчас вернется. И ляжет со мной на соседнюю койку. Так, переместитесь в машину Тамара. Да тебе не плевать ли? Сиди кайфуй, как бы. Катайся по городу на разных машинах. Вот хочешь ты машину купить такой? Переместился, покатался, посмотрел, как она себя ведет. Все отлично. Или наоборот, не понравилось. Перелез в другую. Нет, надо свою быстрее. Кстати, вот мне кое-что интересно стало. Сейчас кое-что попробуем. А что, у меня кто-то сидит еще? А что молчаливый такой? Не мой, что ли? Там что-то еще руками показывает. Что, у тебя выбор, что ли, есть? Так, стоп. А, это моя машина.
Водитель у меня какой-то. Паникер. О, ты что? А здесь как-то ускорение можно было еще делать. Активировать. Да давай об стеночку его уже. Что она сказала? Она покажи. Хера она. Куда ты катишься? Направо, налево? В таком случае у меня для тебя сюрприз. Ах ты сука. Не-не-не-не-не-не-не. Блядь. Промахнулись. Да, хух. Ну, в принципе, нам Таннер намекает сам. Ну, с третьего раза. Первый блинком, как бы. Колесо у тебя где? Теперь-то можем мы вернуться к Таннеру в машину? Ничего интересного. Теперь-то нам дадут этот шанс. Ага. И типа наш напарник сидел такой все это время. А вот, блин, непонятная тема разработчиков. Нельзя было сразу конечную точку на карте показывать. Ух ты, падла. Вообще, в целом, у нас сюжет не завязан на том, что мы должны быть привязаны к определенной машине. Пока что, пока нам все это показывают и рассказывают, да, мы будем зависимы. А так игра в свободном формате, делай что хочешь, но иногда выполняй миссии. Да, найди Джерико. Как раз об этом я и думаю. Что за хуйня? Разве не об этом мы говорили? Так, повторим еще раз все, что мы знаем о Джерико. Его побег был отлично спланирован, и ему помогли. Скорее всего, какой-то бывший военный. Он все еще на свободе. Кто-то знает, где он. Кто-то из мелких уголовников. И с их помощью мы его найдем. Возможно, мои новые способности в этом помогут.
Так, на этом моменте мы с вами остановимся. И в следующей серии уже будем смотреть, что и как. Здесь уже у нас свободный формат начинается на свой выбор. Что делать, чего не делать, соответственно, и прочее, прочее. В любом случае, будем смотреть по ходу. На этом моменте мы с вами прощаемся.